Дорогая Клавдия Алексеевна, мы от души поздравляем вас с вашим юбилеем. Спасибо. Желаем вам здоровья и долголетия. Цветы, подарок и поздравительный адрес от президента. Все это юбиляру начальник управления социальной защиты населения Елена Гусева вручает с удовольствием. «Эта миссия почетна», — говорит Елена Александровна, «ведь таких, как Клавдия Алексеевна Хмелевцева, остаются единицы». Начиная ворошить прошлое, у нашей героини наворачиваются на глаза слезы. Вспоминаю, как таскала картошку. Картошки много было мешками. Как могла таскать, сама удивляюсь. Да вот в подполье, тогда еще в деревне жили. В последние 2 года войны работала Клавдия Алексеевна в военном госпитале. Практика оказалась суровой. Раненых там много было. Вот это вот. На носилках, как носили. Ужас, несешь хоть бы что. Помню, после операции-то больно мы ампутировали ногу-то. И это он кричит, боли-то сильные. И я, а тогда было свободно с морфием-то, это сейчас трудно. И вот я еще ему сделала укол. Ох, и попала тогда Клавдия Алексеевна от старшей медсестры. Помнит об этом она до сих пор. А в общем, медицине эта женщина посвятила 43 года. Почет и уважение таким людям. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Игорь Романов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.